Германии состоялся теледебют новой звезды Лейпцигского зоопарка. Слава Хайди, так зовут косоглазую самку опоссума, стремительно растет. У зверя есть своя интернет-страничка, которую уже посетили почти 100 тысяч человек. Хайди ведет ночной образ жизни, косоглазие не мешает. Для опоссума главное не зрение, а нюх. Возможно, Хайди побьет рекорды популярности медвежонка Кнута и знаменитого предсказателя осьминога Пауля. Живьем звезду широкая публика еще не видела. Выставку экзотической фауны в Лейпциге планируют только летом.